Всем привет, мои хорошие, ассалам алейкум. Встречаю вас, смотрите, на фоне такого вот необычного озера, оно изумрудного цвета. Просто никак не могла вам его не показать. Снимаю вам нашу дорогу и буду вас радовать красивыми видами, так что дальше будете их лицезреть. А озеро, правда, очень необычное, к сожалению, оно почему-то подсыхает, во многих местах оно уже подсохло. Вот. Ну, очень необычный цвет. А горы какие красивые. Самику я уже успела положить, Мадиночка сидит, стоим на досмотре, нас тут, ой, на последнем посту остановили, там что-то смотрят в багажнике, в этом, там спереди машины, везде, короче, смотрят, вон, всех досматривают. Всем салам алейкум. Че, где это вас мы находимся? Я послушаю вас. Ва алейкум ассалам. Вот это место, где Шамиль имам воевал. Шамиль имам? Да. Ага. Пускай посмотрят вот наши дорогие подписчики, да? Зиарат, да. В этой башне, ну, в этой башне воевали, оттуда спрыгнул Шамиль имам. Вот с этой башни, он, да? Тут, где отметка, по-моему, там расстояние, которое он прыгнул. А где отметка сама? Ну, где-то что-то там, не... точно. Ты представь сам оттуда, что прыгнул, ну, туда. С этой башни вот вниз? Да. А-а-а. Просто не до конца все поймут, как откуда прыгну. Одним словом, много говорить не будем, сами смотрите. Чуть позже я не слова все расскажу.
Скажи, мы проснулись. Сами Ика не понимает, что происходит, да? Она говорит. Там-там-тарина. Ты помнишь, да, где? Подожди, Мадина, подожди. Ну иди уже. Ну, Мадина, ждем, не ждем. Вниз. Ток-ток. Ток-ток. Снимай, Мадина, снимай. Да, сразу сними по-братски. Иди, бабушка, обними Мадина. А, он теперь стесняется. Мадина, привет, скажи бабушке.